Во имя Отца и Сына и Святого Духа, слава Иисусу Христу. Слава Тебе, Богу. Дорогие и возлюбленные братья и сестры, днеска сме чули вельми важное слово Христово о том, что нас Господь Бог волат те, яке бы на вечерю, на гостину. А кого са волат на гостину? Людях, которые суд нам мило и с которыми хотим быть близко. И Бог нас так волат на гостину, на вечерю, лебо хоче быть с нами близко. Это великий дар. Но мало кто из нас то оценит. А то с злашних причин. Иисус Христос говорит, едно са виговарают, же да что купили. Он говорит, например, купил да кто поле и хоче идти си его посмотрити. Днеска бы сме повели поземок. Да кто си купил поземок и иде там шнурки натяговати, иде плани робити, что я где поставит, и немат часу на Бога и на церков и на душу свою, и на людях около себе. Бог строит что си. Дальше, в той добе, то были вечером полногосподари, Иисус Христос говорит, купил 5 паров волох, ишел их вискушати. Днеска бы сме повели, купил им си мотор, купил им си авто, иду са прейти на нем. И кволи тому человек охабит душу свою загубити, загинути и людях занедбат и спасиня стратит. А притом нič плане не є на поземку ані на ауті. І поземок, і авто – то су веці святе. Але не треба їм лен дати предність перед Богом а людьми. Не треба се з ними заобирати неустале. Лен до істей міри, кілько треба, а не прилиш. І дальша скупина, говорить Христос, са муж оженил, и говорит, не могу прийти к Богу на вечерю, лебо им са оженил. Са оженити, то є тайна, то є свята вец. Не може она сама о собі бранити чоловіку бути з Богом. Праві наопак, вона веде к Богу. Але да кого одрадит тото, же са оженил от духовної веці? Претоже тому вовець не хапе. Претоже са засмотрил до таких вецей уплні постранних, ведляйших, до вецей поземських, і забуднув на вецей бекше і дволежитіше. І говорить Христос, много були заволані, но не прийшли, а говорить, послав Бог служобніков, ідьте на крижоватки, а заволайте хорих, хромих, сліпих, и з них пару пришли, але тиж ещё зустало много места вольного. И говорит Христос, ходьте на далеку цесту, и там поглядайте людях, а налихаво им повичте, принудите, то знамена так, налихаво их заволайте. И со служобници верли, служобници то суд, шутко священици за цілу дейну, котре волают людях, že by sme spolu žili, spolu jak rodina, jak cerkov, i s Bohom, i medzi nami. A toto služovníci povili Bohu, no išti furt místa zostalo voľné. A Hristos hovorí, toto, što nič nepomohlo im, na nejakú výzvu nezareagovali, moju večeriu nikda nevkusiat. Mali možnosť, každý v živote mať možnosť, každého Boh zavolat, rôznym spôsobom v rôznom časi. No kto si nijak nedá spovisti, kto je úplný jak kameň a nepríde ku Bohu, nikda nevkusit večeriu s Bohom. Žiaľ Bohu. I o mnoho prišiel taký človek. I čom je príčina toho, že my tak konáme, tak seba zničujúco? V dvoch veciach. V tom, že sme nerozumní, hlupí, alebo
zlý. I vám to osvietľu na určitých príkladoch. Dneska je pamiatka sviatých pravotec. A medzi nima, jak včera sme stichy raz spívali, perše dvoje, to je Adam a Eva. I každý z vás poznať príbeh, jak Eva sohrišila i Adam s ňou a všetko pokazili. I teraz jem sa dočul také neuveriteľný presné vysvetlenia, što jem nikda neznal, čom Eva vlastne tak ľahko sohrišila. Čom tak sa dala oklamati? Čom tomu vôbec nechápala? Jak to je možné, že tak padla? Keď mala všetko, žila s Bohom, bola totálne zdravá, absolútne. Všetko bolo prekrásne a úplne všetko poničila. Prišli choroby, prišiel hriech, zloba, vraždy. Jak to je možné, že do takého padla z úplnej rajskej blaženosti do takého nešťastia? I vo svetlenie je také, keď človek číta toto príbeh, jak sa to stalo, si všimnite, Eva, keď sohrišila, jaká bola? Sama. A to znamená, teraz je otázka, no kde bol Adam? Sa nestaral. On sa nestaral. On ju ochabil. Ona sa tam motať, začne by si dovatý s diavolom, začne tam s ním riešiť veci všelijaké, diavoli tam hovoriť, a Boh vás tam oklamal, tam nepravda, že hmrete, keď sohrišíte, ľudí, ktorí sohrišajte, to nehmrete, také blúdy jej rozpraviať, i ona tomu viriť, i sohrišať, i ničiť všetko, zlobu konať. Perša príčina je, že ju ochabil sám. A to nebolo, že minútu, dva. Ona tam celý príbeh prežívať. A Adama nit. To znamená, to bola Adamova nečinnosť a nezodpovednosť. Vin sa nestaral. Druhá príčina, čom ona tak sa dala oklamati, i čom ona tomu nerozumila, čom dokázala tak nerozumný uveriti, že Boh nehovoril pravdu, pretože ju Adam nenaučil. Adam bol povolaný tak, jak po celý dejiny, celé tisíc ročia, tak cerkou učiť, tak Boh cez cerkou učiť, že Boh naučiť muža a muž mať naučiť i ženu, aj svoje deti. Všetko do toho odovzdať doma, ale muž sa ani od Boha nenaučiť, ani doma neodovzdať. I tak všetko zlyhávať. Nič nefunguje, bo muž neznat a doma nenaučit. I tak potom všetko blúdit, i všetko je nedobrý, i zlé, i nešťastia prichádzať. Rozpad, tragédie rôzne, chyby strašné sa dívať, pretože takto neslúchal, neučil sa a neodovzdal, nenaučil svojich blízkych. I tak vidíte, to je tragédia i katastrofa, ktorá spôsobila to, že my taky sme nerozumní. I toto, čo Hristos hovorí, to u každého z nás sa die. To nielen dávno u Adama a Evy. My takisto. Pre také veci, ktoré mohli nám prekrásne slúžiť, my stratíme šťastia. Pre pozemky, pre auta, pre, ja neznám, manželstva. Toto všetko nám mohlo prekrásne slúžiť. To je šťastia, bo ty ženatý, vydatý. To je šťastie mať svoj dom i auto, to je v poriadku. Ale pre toto stratiť, zahubiť dušu. To len nerozumný, hlupý človek môže urobiť. Ja vám poviem, nič šťastnejšieho človeka, jak mudrého christiana. Lebo mudrý christian má všetko. Má i Boha, i dušu zdravú, i dom, i auto. On má všetko, i ženu. On nič neprišiel a všetko mal. Ale keď človek od christianstva odpadne, nič mu nakoniec nie je na užitok. Manželstvo sa mu rozpadne nakoniec, bo bol hlupý, nerozumný, s tým gazdoval,
nerozumu, nestaral sa, neučil, rozpade sa mu. Na aute zhavaruje, veľoraz sa stáva, keď človek jazdí opitý, alebo jednoducho v nejakej euforii, bar zrýchlo. Keď človek hriši, potom to má dôsledky, nedaj Bože. A takisto i do toho pozemka veľoraz na radosť nesúť. Človek postaví dom, byt pokúpiť a radosti nemať, lebo nemal rozumu, nemal víru, nemal duchovnosti a stratil a prišiel o všetko. I druhý dôvod toho, že čom to my neprichádzame ku Bohu i do cerkvi je, lebo sme zlí, a to tá zloba sa prejavuje v tom, že my osuždáme. Mnoho ľuďoch, skoro väčšina, ktorí nechodia do cerkvi, hovoria, no ja nebudu chodiť do cerkvi, lebo tam sú farizeji, lebo tam ma sklamali, lebo neznám što všetko, ale my tu nechodíme na to, že my sa vyžívali, aké sú ľudia dobré. Cerkov je tu na za to, že sme sa tu naličili. Cerkov je tu na pre nás slabých. A každý z nás má svoje nedostatky a hrychy a choroby. A za to tu treba pri tým poslúžiti. Každomu jednomu poslúžiti, aj keď neznám, aký bol. A vtedy si odneseme veľkú blahodať i veľké požehnania do našho života. Ale nesmíme tu na smotriti, kto jaký je plány, ale smotriti, jak by sme komu pomohli. S tým sa treba zaoberať. I vám poviem o tom príklad. Na hori Athos je zakázané, že by prišla televízia robiť rozhovor s dakým, keď nemá blahoslovenia. Musia sa oprosiť, mať dovolenia a tak robiť televízny rozhovor. A raz prišla na horu Athos nejaká taká skupinka redaktorov, ktorí tajne prišli. Nedali znať nikomu, že idú natáčať rozhovor. I našli nejakého monacha, ktorý bez dovolenia takisto s nimi ten rozhovor tam urobil. A teraz o tom hovorí jeden vladyka, ktorý bol vtedy tam monachom i hovorí, že mali veľký strach, keď sa doznali monasi, že što to monach narozprávil. Lebo to bol najhorší monach, aký mal najhoršiu povesť. Nikto ho nechtil. Každý ním pohrdal. Každý ho odháňal. Každý bol rád, len keby už prišiel hed. A teraz si tak dúmali, no to musí byť strašné. Že što to on tam do tej televízii nahovoril. No a potom zistili, že što tam v tom rozhovorí bolo. Z tej televízii sa monacha oprosili, oče, na hori Athos je takto sviatý. A vin hovorí tot monach, je. I sa prosia, a kto je tu sviatý? I on hovorí, je tu jeden starec, ktorý sa volá Paisi, vin je sviatý, 100%. I mu hovoria, a jak znáte, že je sviatý? Podľa čoho si domáte, že je sviatý? A vin hovorí, každý rok mňa volat, že budem u ňoho brigadoval. A že budem mu pripravil drova na zimu. I teraz ja prídu ku ňomu a vin sa ňa prosí. Keľu ti mám zaplatiť? I vin hovorí, no oče, bude mi stačiť taká a taká suma. A starec mi dá o polovicu veci. Hovorí, ty je bidný, neznáš si inakšie zarobiť, tu máš o polovicu veci. Ostatné by ňa z koži zderli. U ostatných jem robil všetko možné a nedali mi ani polovicu. I to mi ešte pridal. I potom, keď jem robil, kus jem porobil, i starec hovorí, sluchaj, poď, pojíč dáš to. I starý spajsi, ktorý ani varity neznal, pozhaňal výborné jídlo pre toho monacha, nakormil ho. Ešte aj vínom ho ponúknul, što tot monach bol známy, že má s tým problém. Ale starý spajsi nechtiel ňom vidieť zlo.
И потом и отдыхнуть дал, и на исти му дал, и шутко, а говорит, и шидот монах. Кед пришла на вштева, старец Паисий меня начал хвалити. Пред тома, что пришли на вштевници, говорит, перфектный монах то е. Шутко пресни зробит, працовити, виникаюцо уробит. И говорит тот монах наконец, я ем зли, але ви не свят. Я знам, что я им планы, але он не смотрит на мои грехи. А тото є святость. Тото є християнство. І тот владика, як то чул, як то виділи тото остатні монаси в телевізії, се заганьбили, а говорять, найгорший монах в наших очах уробив найліпшу казину. Ліпше би то ніхто з нас не знав повісти. Що то є християнство? Не смотрити на то, хто який злий, а научити його добру. Уробити йому інакше, робити йому ласкаво. Že by to najhorší moh viditi da što úplne inše v nás. Nie, že my sa hrabeme v špini, ale že my ideme, poslúžime i urobíme človeku dobro. Tak to má byť v cerkvi, ku tomu sme povolaní. Nie hovoriti, kto je jaký tu na. Ale što by sme mohli, jak komu poslúžiti i što pre koho urobiti. Toto by sme sa mali tu na starati. S pokorou i s láskou. И христианство скуточни е по ласки от Боже. Покорном давать Господь Бог благодать и пишном са противит. Пишный человек никогда са о Богу нич не дознат и будет цели живот трапити себе и других со своей пихой, со своей хладностью, со своим осужданием, со своими скверными и шкаредыми речами о других будет отравовать вздух. Такий человек то е отрава. Котрі іще в церкві буде говорити, хто які плани, а що хто зробив, то є отрава. Ми б не мали так робити, але способити покій, ширити тихий покій ту нам. І таки, і таку радость, і таку любов, і щось таке красне, позитивне ту нам. І в отом мав бути наш церковний живот, і к тому нас Господь Бог поволавати. Naj Boh nám pomôže, aby sme boli Bohom i povolané, i vybraté, i vyvolené do Cárstva Božoho, i že v našej duši žilo zdravia duchovné i blahodať Božia. Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu.